красивые цветы. Все об этом знают. В детском садике цветочки тоже подрастают. Вы знаете, приехали сюда просто зайти в магазин «Дачник». Никогда здесь не были, в этом музее сказок. Зашли, очень все необыкновенно красиво. Все сделано для детей, и скамеечки хорошие, и персонажи необыкновенные. И то, что здесь проходит экскурсии, я увидела, это, конечно, большой плюс, потому что детки мало того, что должны посмотреть, они должны услышать это все. Все замечательно, прекрасно, побольше бы вот этого всего красивого в нашем городе. Приехали с города Балашихи, вот по интернету узнали, что есть красивые места тут, в городе Домодедово. Вот съездили на выходные, приехали, посмотрели, все очень красиво, не знаю, интересно, впервые такое все увидели. К хозяину огромное-огромное спасибо, все очень красиво. Мне здесь очень нравится. Я же не первый раз сюда приезжаю. Вот сейчас приехала поиграть со своей внучкой. Спасибо, вот кто это сделал. Очень-очень здорово. Спасибо. Первый раз в городе Домодедово. Нас дедушка сегодня вывез на такую потрясающую экскурсию. Мы вообще не ожидали, что просто попали в сказку. Нам очень понравилось. Ребенку безумно понравился музей, да, сказок. Ходил, узнал Винни-Пуха. В общем, здорово, все классно и потрясающе организаторам. Спасибо вам большое. Я нахожусь в прекраснейшем месте. Сказка для взрослых. Пространство любви. Изумительнейшее место, в котором мы, взрослые, действительно оказываемся обратно в своем детстве, возвращаемся в детство. Этот комплекс мне посоветовали друзья, и я, в свою очередь, рекомендую его всем вам.